Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сейчас как слышно? Нормально? Сейчас вроде должно быть нормально. Альхамду лиллах. Хорошо. Как сейчас со связью? Не прерывается? Скажите, как сейчас со связью? Нормально. Итак, тогда мы повторим нашу лекцию, что касается сегодня мы хотели поговорить о вопросе, это истинджа. Истинджа это очищение после справления нужды. Во-первых, мы поговорим, как нужно это делать и как нужно справлять нужду, как правильно это делать по сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и как нужно очищаться после этого. Итак, начнем с того, что прежде чем отправиться справлять нужду, то есть прежде чем, например, зайти в туалет, человек должен произнести дуа, прибегнуть к защите Аллаха. Можно произнести бисмилля, сказать бисмилля и зайти туда, а можно сказать такие слова, как Аллахумма инни а'узу бика мин аль-хубуси валь-хабайс. Это как приведено из хадиса пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когда он обучал своих сподвижников справлять нужду. И необходимо заходить в уборную только с левой ноги. С левой ноги заходить туда необходимо. Если человек справляет нужду, собрался справлять нужду в открытом пространстве, в открытом месте, то ему необходимо удалиться от людей, пока люди не будут его видеть, надо уйти от людей. И произнести дуа перед тем, как он будет снимать свою одежду. И нельзя открывать свой аурат больше, чем это необходимо. Нужно именно снимать с себя столько одежды, сколько это нужно, ну, будет необходимо. После этого человеку необходимо сесть, оперевшись на левую ногу. То есть больше опереться на левую ногу, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, учил. И справлять нужду стоя будет нежелательным, так как в этом есть больше вероятности, что нечистоты попадут на одежду или на тело. И нельзя садиться лицом в сторону киблы, и нельзя садиться спиной в сторону киблы. Нужно сесть, скажем так, либо на запад, либо на восток. То есть, если кибла у нас, ну, скажем, на Кавказе, в сторону, в южную сторону, то есть на юге находится, то мы садимся лицом либо на запад, либо на восток. Но нельзя садиться ни лицом к югу, и нельзя садиться спиной к югу. То есть в сторону киблы нельзя это делать, так как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил это. После справления нужды человеку необходимо очиститься при условии, если нечистоты вышли за границу их выхода, то есть за границу места их выхода. Если нечистоты вышли за границу места их выхода и запачкали вокруг, то
является человеку обязательным использовать воду. Но даже если этого не случилось, то все равно желательным будет использовать воду, очищаться водой от всего. Кроме случая, если у человека вышли газы. От газов истинджа, то есть очищение от газов не делается, это является бид'а. Если человек после того, как вышли газы, будет ходить и, скажем, подмываться, то это будет считаться как бид'а, нововведение. Этого делать не следует. Затем можно очищаться любым чистым предметом. Например, камнями или бумагой. Если нечистоты, как было сказано ранее, не запачкали ничего, то есть не запачкали больше, чем если нечистоты не вышли за пределы места их выхода, то тогда можно ограничиться очищением камней или бумагой. Но если они вышли уже больше и запачкали там больше, то уже обязательным является использовать воду. После справления нужды человеку необходимо при выходе из уборной сделать это с правой ноги. То есть он должен выйти с правой ноги. И произнести также дуа во время выхода, например, как гуфранаке. Есть и другие виды дуа, но любой из них произнести достаточно. И даже можно такое короткое дуа сказать, как гуфранаке, это будет достаточно. И обязательно нужно выйти с правой ноги. Здесь я хочу упомянуть еще один момент, который касается того, что нельзя обращаться в сторону Киблы, пусть это будет в закрытом или открытом пространстве. То есть пусть это будет в помещении или в открытом пространстве, все равно нельзя поворачиваться лицом или спиной в сторону Киблы. Нельзя это делать. Так как тексты на это пришли общим, то есть они не сделали между какие-то определения, там можно, а тут нельзя. То есть везде обобщенный текст пришел, что нельзя это делать хоть в открытом, хоть в закрытом пространстве. Что касается этого. Что касается, есть еще такое понятие истибра. Это необходимо человеку после справления нужды дождаться, пока процесс вот этого вот выхода нечистот не прекратится. То есть пока он не будет убежден, что, скажем, моча, да, если он отошел помочиться, что вся моча не вышла. То есть нужно сделать еще некоторые действия, скажем, которые совсем придадут уверенность, что этот процесс выхода нечистот, он уже прекратился. Например, ученые рекомендуют человеку покашлять. Или же с ноги на ногу, скажем так, пересесть с ноги на ногу. То есть сделать некие действия, которые во время справления нужды как бы помогут ему более максимально очиститься. То есть это называется истибра. То есть человеку нужно до конца освободиться от нечистот. И как я уже сказал до этого, есть на это разные методы. Например, кто-то рекомендовал после справления нужды там немножечко пройтись, то есть несколько шагов сделать там и затем снова зайти, подмыться, и как бы уже приходит человеку полная убежденность, что нечистоты
полностью уже ну, их выход прекратился и так далее. На этом, в принципе, все. Что касается, если есть какие-то вопросы относительно этой темы и относительно вообще темы очищения, можете задавать. Постараемся, иншаллах, ответить. Итак, если у кого есть вопросы, можете задавать. Если вопросов нет, то мы завершим. Что-то сегодня связь конкретно моросит. На следующий, иншаллаху тааля, урок с этим решим вопросом со связью, как надо.